Джанкенпо – гавайская игра, широко известная как «Камень-ножницы-бумага». Это история об эпической игре между парнем по имени Камайна и группой под названием «The Pepper». Камайна погружал вещи в кузов своего жирного грузовика и почувствовал на себе чьи-то взгляды. Он развернулся, и вдруг на него смотрели трое человек из группы «Pepper». «О, они хотят драться», — подумал Камайна про себя. Но затем, по форме их рук, он понял, что они хотят сыграть в Джанкенпо. 3-1 было неравной борьбой, но Камайна все равно принял вызов. Он подошел к братьям с огнем в глазах, но братья не отступили. Раз, два, три, по! Камайна потерпел поражение, и больше его не видели. Год спустя, до сегодняшнего дня. Камайна! Открой дверь, Камайна! В чем дело, отец? У меня есть билеты на концерт в Point Panic. Это будет концерт года. Выступят Sublime with Rome, Paper, Iration и Dub Trio. Я не могу. А после концерта у них будет чемпионат года по Джанкенпо. Как мне сразиться с кем-либо в Джанкенпо с такими руками? Камайна. Послушай меня. Посмотри на мой камень. Бумагу. Мои ножницы. Что ими можно вырезать? Да, это ненормально. Слушай, я могу тебе помочь. Я неудачник, отец. Я могу снова превратить эти руки в камень, ножницы, бумагу. Ты умеешь в это играть? Уверен, ты не знал, что твой отец был всегавайским чемпионом по Джанкенпо. Да, верь в себя, Камайна. Верь. Хорошо, но сначала я хочу по-быстрому отлить. Я посидел здесь 300 дней. Я очень хочу пи-пи. Ну, давай. Ладно. Вот так отец Камайны был вынужден заняться тем, что поклялся никогда больше не делать. Профессионально обучить опасному искусству Джанкенпо. Итак. Теперь ты готов, сын мой. Мне страшно, отец. Что я буду делать, если проиграю им? Камайна, не трусь. Они сумасшедшие, отец. Я верю в тебя, Камайна. Тебе хватит силы и упорства пойти и выиграть соревнования. Помни, Камайна, не трусь. Черт. Эй, чё как, Гавайи? Какие дела, народ? Приходите в Point Panic 19 и 20 ноября, чтобы увидеть Sublime with Rome, Pepper и особенного гостя Iration и Dub Trio. Что ты будешь делать? Сидеть дома и трусить? Да не, я шучу. Концерт года, приходите. Если вы не придете, вы дураки. Пересмеялся. 19 ноября на Оаху и 20 ноября на Мауи. И если вы не придете, я вам накостыляю.